Друзья, всем привет, с вами я, Скрабер. Скоро распродажа 11.11, поэтому я решил записать топ лучших телефонов, которые можно купить на этой распродаже. Дешево, сердито и с самыми лучшими характеристиками, друзья. Это Скрабер. Начинаем. На пятом месте расположился OnePlus 7T. Очень хорошие характеристики. Здесь 6,55 дюймов AMOLED-экран. Full HD Plus разрешение. Отличная матрица, но самый большой плюс, самая большая фишка этого телефона, то что он на 90 ГГц. То есть там просто обновление какое-то нереальное. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы хорошо играть в игры, чтобы приложение, плавность приложения, плавность картинки была максимально четкая, максимально интересная. И здесь 90 ГГц, этого хватит просто, друзья, за глаза на долгие-долгие годы. А центральный камень здесь установлен 855-й Snapdragon, необычный, а именно плюс версия. То есть более улучшенная, более ускоренная. Видеоускоритель Adreno 640. В Antutu вся эта комбинация выбивает просто нереальное количество баллов. 480 тысяч баллов. Почему? Потому что оперативки здесь 8 гигабайт минимальная. 8128 и 8256 версии есть. Мы рассматриваем версию на 8128. Габарит этого телефона 160,9 на 74,4. То есть не маленький телефон, достаточно большой для 2019 года привычные размеры. Батарея здесь на 3800 мАч. Почему они не завезли на 4 или 4500, потому что габарит позволяет, в принципе, непонятно, но в комплекте есть быстрая зарядка на 30 ватт, которая будет заряжать его просто в разы. Операционная система здесь сразу же Android 10, и это отличие этого телефона. Oxygen OS 10, та оболочка, которую многие любят, голый чистый Android, можно сказать, немножко по-своему модернизированный, много возможностей для кастомизации, OnePlus всегда этим отличался, и это в этом телефоне очень крутая фишка. Основная камера на 48 мегапикселей, IMX 586, апертура 1.6, телеобъектив есть тоже неплохой и ширик на 16 мегапикселей, Wi-Fi на 2.4 5 ГГц, прием и раздача, NFC присутствует, и цена этого телефона 27 200 рублей, приблизительно $400. В этом обзоре, друзья, я буду говорить о средней цене для телефона, то есть она может быть еще ниже, если вы примените купоны продавца, купоны магазина и много-много другое, то есть все, что предоставляет нам распродажа, то есть эта цена может быть еще меньше. Так вот, самый большой косяк этого телефона именно на Алиэкспрессе — это Global Room. То есть это не Global Version, а это именно Global Room. Если вы не понимаете, что такое Global Room, то не берите этот телефон. Если вы понимаете, как перепрошивать или делать, или как работать именно с Global Room, то, пожалуйста, друзья, это отличный телефон за этот ценник. Просто бомбические характеристики. Ну и сам OnePlus, конечно, всегда был красавчиком и до сих пор таким остается. Четвертое место – Meizu X8. Все еще не стареющий Meizu X8. Я объясню, почему я включил его в этот топ. Здесь экран 6,15 дюймов, это IPS-матрица 400 ppi. Точек на дюйм. Здесь 710-й Snapdragon, 616-й видео Adreno. Версия 464 в Antutu выбивает приблизительно 195 тысяч баллов. То есть 710-й очень даже неплох для этого года. Очень даже и очень. Габариты этого телефона 151,2 на 74,6. То есть это мега-мега компакт. Просто мега-компакт 2019 года. Батарея на 3210 мАч. Не такая большая, как хотелось бы. Для 2019 года она очень даже маленькая. Основная камера на 12 мегапикселей, IMX 362, апертура f1.9 и операционная система здесь Android, фирменная оболочка Flyme OS. С Flyme OS вы сами знаете, есть некоторые заморочки, она не всегда хорошо обновляется, но работает до сих пор отлично, проблем пока нет. Wi-Fi на 2.4 5 ГГц, раздача, прием, все есть в этом телефоне. Это, друзья, глобалочка, глобальная версия, то есть никаких заморочек. Телефон этот стоит, друзья, 8400 рублей. В долларах это приблизительно $128. Так вот, 710-й Snapdragon за $128 у солидной компании Meizu, у которой сейчас, конечно, проблемы, но все-таки, друзья, это очень-очень круто. Когда я делал обзор этого телефона, я назвал его Meizu X8 Pocophone F Lite. Это так на самом деле и остается. То есть, если вам нужен хороший игровой телефон, а денег у вас вообще вот ну прям нет и вообще не будет, то Meizu X8 это самый лучший вариант для того, чтобы купить его и наяривать в игрушечках очень даже недурно, потому что 710-й будет очень и очень даже хорош в играх, тем более за такую вкусную цену.
На третьем месте та же компания Meizu 16XS. Здесь мы не будем делать никаких альтернатив, друзья, потому что это лучшие покупки на 11.11. Все ссылочки, кстати, друзья, в описании под этим видео. И не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там я тоже буду очень много репостить и объяснять именно на телеграм-канале, какой лучший телефон купить, где взять купоны, скидки и все такое. Поэтому не забывайте подписывайтесь на этот канал. Meizu 16XS, экран 6,2 дюйма, AMOLED, Full HD Plus разрешение, 400 ppi. Здесь уже стоит 675 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 612. Очень хороший процессор, очень шустрый процессор. По сути, он получился лучше, чем предфлагманский 710. Вот так вот получилось, когда средний бюджет опережает предфлагман. Здесь 6 гигабайт оперативной памяти, 64 встроенной и оперативная память типа LPDDR4X. Вантуту приблизительно 211 тысяч баллов набирает. Очень-очень достойно. Габариты этого телефона 152 на 74,4. И это тоже суперкомпакт 2019 года. На это хочется обратить особое внимание. Meizu всегда в этом плане порядок. То есть компактный телефон, достаточно хороший экран. Неплохая батарея, кстати, здесь на 4000 мАч. Быстрая зарядка присутствует в комплекте. Поэтому наборчик очень даже неплохой. Камера основная на 48 мегапикселей от компании Samsung, апертура f1.7. А новинка этого года стоит около 14 тысяч рублей, то есть плюс-минус около $200 будет стоить этот телефон. Сейчас цена $214. Основные преимущества этого телефона — это тоже очень нестыдный процессор, камера очень неплохая на 48 мегапикселей, ну и все-таки фирменный стильный дизайн от компании Meizu. Очень красивый, стильный, четкий телефон, который может козырнуть на публике. Второе место очень, друзья, банальное. Xiaomi Redmi Note 7, или же, правильно сказать, Redmi Note 7, именно дочерняя компания. Здесь характеристики вы все знаете, наверное, наизусть, лучше меня. 6,3 дюйма IPS матрица экран, 400 ppi соотношение точек на дюйм, 660 Snapdragon, 512 видеоускоритель, 4 гигабайта памяти LPDDR4X, 64 встроенный, Ventutu около 140 тысяч убивает, и Note 7 уже переходит на MIUI 11. Если вам не пришла, то, друзья, совсем скоро придет, не беспокойтесь. Батарея на 4000 мАч за счет хорошего обновления прошивки, а батарея стала держать гораздо лучше и увереннее. Основная камера на 48 мегапикселей, интерполяция и так далее. Все остальные характеристики плюс-минус вы знаете у этого телефона. Я хочу обратить ваше внимание, что стоить он будет приблизительно около 10 тысяч рублей или $155 плюс-минус. Но телефон будет стоить еще гораздо дешевле. То есть я говорю, что сейчас я пишу приблизительно верхнюю цену. То есть он будет еще дешевле, если вы применяете купоны, скидки, там все такое, да. Но особо обращу внимание, друзья, я сейчас по Алиэкспрессу полазил. Вам будет впаривать в основном Global Room. Друзья, не ведитесь на это. Это не Global Version, это именно Global Room. Если вы знаете, что такое Global Room, пожалуйста, покупайте, перепрошивайте, проблем никаких нет. Если вы не понимаете, что это такое, то всегда берите Global Version. Никогда, друзья, эту фишку не путайте, если вы в этом ничего не понимаете. Ссылочки все в описании, я буду выкладывать именно только Global Version. Если буду выкладывать Global Room, то обязательно в скобочках я буду это пояснять, чтобы люди понимали. Окей. Ну и первое место, друзья, очень-очень банально, Redmi Note 8, новинка этого года. Получилась она очень сбалансированной, хорошей и даже лучше, чем Pro-версия в этом году. Экран 6,3 дюйма, это IPS-матрица, 409 ppi, Full HD+ разрешение. Экран плюс-минус точно такой же, как на Redmi Note 7, никаких изменений он, в принципе, не претерпел. Это хорошая, отличная рабочая матрица. А вот процессор здесь очень даже не дурный, 665 Snapdragon, видеоускоритель Adreno на 610, версия это 4.64, и именно эту версию, друзья, предлагаю вам купить. Память типа LPDDR4X, Вантуту примерно 170 тысяч баллов убивает этот телефон. Основная камера на 48 мегапикселей, апертура f1.79, габариты 158,3 на 75,3, то есть, ну, небольшой, не маленький, плюс-минус от Note 7 он ушел очень даже недалеко. Батарея основная на 4000 мАч, быстрая зарядка есть в комплекте, спасибо китайцам за это. Как я уже сказал, основная камера на 48 мегапикселей, апертура 1.79. Но в этом телефоне есть еще и другие очень хорошие камеры. Телеобъектива нету, к сожалению. Есть широкоугольный объектив на 8 мегапикселей. Не так много, но плюс то, что он есть. Макросъемка на 2 мегапикселя тоже фишечка в некотором отношении помогает. И вы даже можете макро-видео снимать на этом телефоне. Это тоже преимущество, доступное не каждому телефону сегодня. Поэтому у этого телефона есть все определенные козыри,
Android, и это лучший телефон для покупки 11.11 в этом видео, в первой части. Во второй части, конечно, будет еще более лучший телефон, поэтому подписывайтесь, жмите на колокольчик, не пропускайте следующее видео. Итак, Note 8, лучший телефон по дизайну, по красоте. Все ссылочки в описании. Что вы думаете по этому поводу, пишите обязательно в комментариях, какой телефон я забыл добавить, может быть, что бы вы добавили или что вы будете покупать. Обязательно пишите, друзья, все в комментарии, все ссылочки в комментариях.